преддверии праздников в Химках прошла торжественная встреча сотрудников промышленных предприятий округа. НПО имени Лавочкин, МКБ «Факел», конструкторское бюро «Искра», НПО «Энергомаш», международный аэропорт «Шереметьево» стали надежными партнерами государства в реализации крупных международных проектов. Развитие этих предприятий невозможно без высококвалифицированных сотрудников. Самых лучших отметили на торжественном приеме. От работы Александра Ёлкина зависит регулярность полетов из аэропорта Шереметьево. Его задача – содержать взлетно-посадочную полосу в надлежащем состоянии, чтобы ни снег, ни гололед не помешал пилоту посадить самолет. Руководство обратило на наш скромный труд и вручило благодарственное письмо. Очень приятно. Нынешнее руководство у нас, конечно, помолодело и очень приятно стало работать. На вечере присутствовал глава городского округа Дмитрий Волошин. Он отметил, что промышленные предприятия «Химок» – платформа, которая обеспечивает округу стабильность и процветание. Налоги, которые сегодня мы получаем благодаря вашей деятельности, дают нам возможность строить те социальные объекты, ту инфраструктуру, которая жизненно сегодня необходима для городского округа. И в том числе с вашим вкладом мы уже построили более 70 социальных объектов за последние 5 лет в Химках. Партнерство местных властей с градообразующими предприятиями – процесс взаимовыгодный. Это подчеркнул и генеральный директор АО НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов, вручив Дмитрию Волошину медаль имени Валентина Петровича Глушко за вклад в развитие космической отрасли.